Антайн, ты мне чуть голову не снесла. Да ладно! Не справляешься с легкой разминкой, щенок! Только когда ты ведешь разминку... Ну ладно, похоже, теперь нам остается только одно. Больше копий! Ха-ха-ха, надо было назвать тебя Азриэль Горлодер! Ну и что теперь будешь делать, принц? Отомсти за меня, Фриск! Ах ты паршивец! Ну все, вы сами напросились! Ты смотришь слишком много аниме, Фриск! А вот и флаг. Тебе не преодолеть эту мощную баррикаду, человек Фриск. Особенно, когда ты увидишь нашу особую атаку. Санс, где наша особая атака? Прости, папс. Похоже, пес от меня просто тащится. Я решил бросить ему кость. Боюсь, на этот раз тебе придется обойтись без меня. Ну и пес с тобой, Санс! Хм! Ладно, готовься к обычной, но все равно очень крутой атаке. Давай. Не-ха-ха, понеслась! Божечки! Кое-кто практиковался. Дьявол, Фриск, я ничего не вижу! Папирус, наш пленник сбежал! Фриск тоже нигде не видно! Мы должны защитить флаг! Так вы думали, что сможете одолеть нас обоих? Лишить нас победы? Лучше приготовьтесь, ребята, потому что на вас надвигается наша супер-особая атака братского отряда! Произнесите это в 5 раз быстрее! Вот это другое дело! Ух ты, Азриэль, ты стал куда сильнее, я впечатлен! Ну и ну, Папирус, такие слова от тебя много значат! Рядом с этим ребенком я бледно выгляжу. Санс, сделай что-нибудь! Лады, снег проблем. Давай, Фриск! Серьезно, это все, что ты можешь, Санс? О, нет! Фриск, ты в порядке? Ух ты, ребята, вы были как никогда близки к победе. У тебя ничего не сломано, человек? Я в порядке, правда. Просто надо отдышаться. Наверное, это от перенапряжения. Думаю, на сегодня хватит тренировок.
Мне пора домой. Да, конечно, пойдем домой. Может, там уже пирог готов? Нет! То есть... Прости, мне нужно прочистить голову. Останься и тренируйся, веселись, со мной все хорошо. Но... Фриск... Не напрягай свою маленькую козлиную голову. Фриск говорит, они будут в порядке. К тому же, мы подготовили кое-что особенное для твоей следующей тренировки. Заткнись, папирус.